Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на канале «Душевные истории из жизни». Желаем вам приятного прослушивания. Звук будильника прорезал тишину утра звонкой, противной трелью. Игорь Калинин открыл глаза, с трудом сдерживая раздраженный стон. Казалось, что он коснулся подушки всего полчаса назад, а часы уже показывают 7 утра. Мистика какая-то. В последнее время он, как полагается порядочному молодому родителю, не высыпался. Ночи были посвящены ребенку, Стасику. Малышу было всего полгода. Поэтому супруги то и дело вскакивали, услышав из детской люльки призывной плач, напоминающий вой сирены. Но сейчас в квартире было тихо. Ребенок и супруга еще спали. Игорь осторожно поцеловал лежащую рядом Ларису в лоб, а затем вылез из-под теплого одеяла. Не удержавшись, он первым делом на цыпочках подкрался к люльке и заглянул внутрь. Крохотный мальчонка сопел, устроив кулачок под пухлую щечку. Игорь невольно улыбнулся. Малыш в их семье был долгожданным. Мужчина не мог нарадоваться тому, что стал отцом. А когда ему говорили, что мальчик его копия, расплывался в довольной улыбке. Такие мелочи, как детские капризы, бессонные ночи или грязные пеленки, казались ему пустяком. Он хоть и много работал, старался помочь жене с этими обязанностями. Мужчина с удовольствием возился с сыном, купал его. На выходных мог часами возить коляску по улочкам в любую погоду, лишь бы сын спал на свежем воздухе. Рабочий понедельник не задался. Мужчина работал в сфере водоочистки и водоподготовки. Только вот с поставками материалов были проблемы, а значит и работу на предприятиях приходилось приостанавливать. Клиенты, естественно, были недовольны, а говорить с ними приходилось Калинину. В итоге под конец дня Игорь мечтал вернуться домой и скорее обнять сына. Только вот сюрпризы в его жизни лишь начинались. Когда он добирался по вечерним пробкам домой, на смартфон позвонила супруга. «Да, Ларис», – ответил муж, пытаясь одновременно придержать трубку и вписаться в поворот. «Ты скоро будешь дома?» – поинтересовалась жена, а голос ее выдавал нервозность. Мужчина нахмурился. Мало ли, что случилось со Стасом. «Город забит, но минут через 40 точно буду», – пообещал он. «Что-то случилось?» «Да нет», – поспешила она успокоить мужа. «Все отлично, ты не торопись». После этого супруга сбросила вызов. Разговор показался Игорю странным. И несмотря на просьбу жены не торопиться, он поднажал. Дома, к своему изумлению, мужчина супругу не застал. Их ребенок спал в люльке, а вот его мамы дома не было. Решив, что она могла спуститься к соседке, он прошел на кухню, чтобы поужинать. Только вместо ужина его ждала записка, прицепленная на один из магнитов к холодильнику. Жена писала неразборчиво, явно в торопях, и суть текста дошла до мужчины не с первой попытки. Он просто не мог поверить в то, что видели его глаза. «Прости меня, Игорь, я не могу остаться с тобой и сыном. Так сложились обстоятельства. Передай сыну, что я его люблю». Конечно, мужчина решил, что это розыгрыш. Он начал звонить супруге, а затем ее знакомым. Только все было тщетно, Лара исчезла. Так началась новая жизнь Игоря и его сына Стаса. Воспитывать ребенка было сложно и легче не становилось. Хотя многочисленные блоги, которые он штудировал в поисках ответов на вопросы, утверждали, что вот-вот, еще чуть-чуть и станет легче. Когда малыш начнет кушать, будет легче. Когда малыш сделает первые шаги, станет проще. Когда он пойдет в школу, станет совсем легко. Игорь теперь мог ответить на все такие заявления категоричное «нет». В воспитании не было ничего простого. Каждый Новый год приносил свои трудности. Сначала Калинину приходилось работать с ребенком на руках, одновременно вникая в вопросы детского прикорма. Ребенок иногда болел, дела путались, а голова шла кругом. Затем мужчина составил ежедневник с четким расписанием дел и за несколько месяцев научился ловко справляться с обязанностями. От Ларисы за это время была всего одна весточка. Документы на развод, при этом от опеки она отказывалась.
Мужчина, даже не чувствуя жалости, подмахнул нужные подписи, да забыл про женщину навсегда. Как Стас стал школьником, отцу приходилось не только справляться с подростковыми бунтами, но и посещать родительские собрания. Он ощущал себя белой вороной среди множества мам. При этом он часто ловил себя на мысли, что логика и здравый смысл покинули это место давно. А то, что мамочки могли ругаться из-за выбора новогоднего подарка, вергло его в шок. Однако все эти трудности не мешали отцу и сыну жить счастливой жизнью. Калинин вырастил доброго и отзывчивого ребенка, который при этом мог постоять и за себя, и за более слабого. Мальчик с 4 лет ходил на карате и плавание, рос здоровым и был настоящей гордостью Игоря. О том, что в их жизни когда-то существовала Лариса, биологическая мать Стаса, мужчина не вспоминал. Да и сын, задав в детстве пару вопросов про маму, тоже перестал о ней думать. Только Лариса сама напомнила о себе, когда Станиславу исполнилось 18 лет. Совершеннолетие сын должен был отметить на выходных с друзьями, они снимали загородный дом. А во вторник, в дату его рождения, они с отцом собрались за семейным ужином, который планировали завершить праздничным тортом. Раздался звонок в дверь. Мужчины переглянулись. «Гостей ждешь?» – улыбнулся Игорь. «Ну, вообще-то нет, меня еще все в полночь поздравили». «Может, Любаша?» – откликнулся Стас и пошел открывать. На пороге дома была женщина, ему незнакомая. Именинник удивленно осмотрел гостью. «Здравствуйте», – вежливо кивнул он. «Стас?» – сразу произнесла она, и голос дрогнул. «Стасик, как же ты вырос, мой мальчик!» Она бросилась к изумленному мальчику, крепко его обнимая. Парень оторопел, сделал шаг назад, не понимая, что происходит. Эту сцену и застал Игорь, выходя из кухни. «Лариса?» Резко осевшим голосом выдавил Игорь. «Ты какого лешего тут забыла?» Спустя полчаса слез и причитаний женщины, троица села на кухне. Именинный торт стоял в центре стола, но никто к нему не прикасался. «Год назад я овдовела», – начала Лариса свой рассказ. «Муж мой был баснословно богат, все состояние оставил мне, в том числе строительную фирму. Только вот справиться с компанией в одиночку тяжело. Мне нужен помощник». «А мы-то тебе зачем?» – спросил Игорь, нервно барабаня пальцами по столу. «Понимаешь, я не могу никому доверять», – пояснила женщина. «Все в компании мечтают отобрать мое место. И я решила, что могу привлечь родного сына, понимаешь? А потом все наследство достанется Стасу. Детей у меня нет, наследников тоже. Только ты, Стасик. Мы могли бы уехать отсюда в столицу, там у тебя будет много перспектив». Женщина с надеждой посмотрела на биологического сына. Тот в нерешительности глянул на отца, заметив, как лицо мужчины краснеет, а затем покрывается белыми пятнами. «Знаешь что, Лариса? Катись отсюда туда, где была», – прорычал он с еле сдерживаемой яростью. «Я воспитывал нашего ребенка 18 лет. А теперь ты являешься и говоришь, что ему будет лучше с тобой? Да ты с ума сошла. Ты хоть знаешь, что у него есть своя жизнь? Он только что поступил в университет. У него девушка появилась, с которой у них серьезные отношения. Хотя откуда тебе знать?» Увидев, в каком состоянии отец, Стас попытался успокоить его, положив руку на плечо. Затем он робко глянул на мать. «Простите, но отец прав. Я вас даже не знаю», – покачал он головой. «У меня другие планы на жизнь, и папу я не брошу, как он не бросил меня, в отличие от вас». Женщина пыталась еще переубедить сына, но тот был непреклонен. Так Лариса и ушла ни с чем. Однако спустя 2 недели, когда Игорь Калинин вернулся в квартиру, он испытал стойкое ощущение дежавю. Пустая квартира, мертвая тишина и записка на холодильнике. «Папа, это мой шанс, и я не могу его упустить. К матери у меня нет никаких теплых эмоций, но я чувствую, что смогу в Москве добиться большего. Как только встану на ноги, я вернусь и смогу помогать тебе. Ты ни в чем не будешь нуждаться. Прости, что вот так убегаю, но ты бы меня не понял и не отпустил. Не ищи меня, но знай, что я тебя люблю». Мужчина сделал шаг к табурету, чтобы упасть на него, потому что ноги ослабели. Он держал в трясущейся руке записку, чувствуя, как боль разрастается в груди.
В этот момент раздался звонок в дверь. Отчего-то решив, что это Стас одумался, Игорь бросился открывать, невзирая на разрастающийся пожар в грудной клетке. Только на пороге оказалась Любаша, девушка Станислава. «Здравствуйте», – коротко улыбнулась блондинка. «А Стас дома? Его телефон не отвечает». Мужчина не нашел в себе сил что-то объяснять. Он молча протянул девушке записку, что смял в руке. И тут особенно острая боль пронзила сердце, и, охнув, Игорь схватился за грудь. «Боже мой, что с вами, дядя Игорь? Вам плохо?» – бросилась к оседающему на пол мужчине Люба. Только ответить тот уже не мог. Девушка сразу вызвала скорую помощь, но спасти мужчину не удалось. Казалось, что его сердце просто не выдержало второго предательства. Хоронила его Люба очень скромно. Не найдя иного выхода, она взяла часть денег из квартиры усопшего, чтобы похоронить его, потому что своих сбережений у нее не было. Она надеялась, что Стас приедет на похороны отца, но он так и не появился. С побега парня и похорон Игоря минуло 7 лет. Стас, как и обещал, не просто встал на ноги, а добился невиданных успехов. Он вернулся к отцу победителем и мечтал рассказать об этом. Более того, он надеялся забрать папу с собой, показать ему столицу и другую жизнь. Только вот квартира папы встретила его тишиной и пылью, словно в ней давным-давно никто не жил. Растерянный Станислав решил сходить к своей бывшей девушке, что жила в соседнем подъезде. Иных друзей у него в городе и не осталось, все успели разъехаться. Люба открыла дверь сразу, и Стас понял, что она вовсе не изменилась. Такая же красивая, кроткая, со светлыми волосами и наивными голубыми глазами. «Привет», – улыбнулся он, испытывая неловкость. «Стас?» – широко распахнула глаза девушка. «Но откуда?» «Пустишь?» – спросил он, кивая на квартиру. Люба кивнула, сторонясь и позволяя бывшему парню зайти в дом. Оказалось, что живет она в ней одна. Бабушка, что воспитывала девочку, умерла 5 лет назад в аварии. Мужа девушка пока не нашла. Работала в местной библиотеке. При этом подробностями личной жизни девушка делилась неохотно, словно что-то не договаривая. «Ты приехал могилу отца навестить?» – спросила Люба, наливая мужчине ароматный чай. «Что?» – опешил Стас. «Какую могилу?» Люба посмотрела на него с удивлением, но затем в ее глазах появилась печаль. «Неужели ты ничего не знаешь, Стас? Похоронила я папу твоего 7 лет назад. Сразу, как ты пропал, у него случился сердечный приступ». В тот же вечер они приехали на кладбище, где сын, стоя на коленях у могилы отца, просил прощения. Да толку в этом уже не было. Станислав решил остаться на какое-то время в родном городе. При этом он все чаще стал наведываться в гости к бывшей девушке. То на работу зайдет, мол, мимо проходил, то гулять позовет, то поужинать вместе. Так старые отношения закрутились вновь. Словно иссохшее растение щедро полили водой, а солнце согрело его, позволяя расцвести. Молодые люди начали готовиться к свадьбе. «Надо перед свадьбой к папе твоему на могилу сходить», сказала Любаша, когда молодые люди работали над списком гостей. Сказано, сделано. Люба и Стас приехали на кладбище поделиться с отцом радостной вестью. Когда молодые люди подошли к могиле, а девушка присела, чтобы возложить цветы, рядом с ними появился мальчонка. Уже наступил вечер, и Любаша даже вздрогнула, когда бледный мальчик, словно призрак, вынырнул из тумана, протянув. «Дяденька, тетенька, не найдется монетки? Кушать хочется». Мальчик был типичным представителем местных попрошаек. Худой, чумазый, в грязной и местами подранной одежде. Таких персонажей на кладбище было вдоволь. Сторож частенько гонял желающих собрать с могил конфеты или еще чем поживиться. Пара переглянулась, а Стас, поискав в кармане наличные деньги, протянул ребенку пару купюр. «Тебе не страшно здесь бродить, мальчик?» – спросила Люба с болью в сердце, разглядывая паренька, которому на вид было 6 лет. «Страшно», – честно признался ребенок, почесав голову и пряча в кармане деньги. «Я бы не ходил. Да получить от бабки ремнем еще страшнее. Мертвецы, может, и не вылезут из могил, а вот бабка точно отметелит, если я денег не принесу. Да и люди на кладбище добрые, не то что в городе. Им грустно здесь, вот они и деньги дают. А в городе меня гоняли, даже били иногда». «Значит, тебя дома бьют?» –
Бабушка заставляет попрошайничать? Спросила Люба, испытывая все больше тревоги. Да, кивнул мальчик, переступив с ноги на ногу. А где живет твоя бабушка? Да там, в поселке, махнул рукой ребенок. Любаша охнула. До поселка было ехать на машине полчаса, а мальчонке идти того дольше. На улице становилось все темнее и прохладнее. «Стасик, давай мы его хотя бы до дома довезем», – попросила Люба жениха. Тот кивнул, соглашаясь с ней. Они посадили мальчика, который представился Павликом, в машину и повезли домой. Жил он в старом деревянном доме, и едва они припарковались рядом с калиткой, как оттуда выскочила злющая бабка. Несмотря на древний возраст, она была очень быстрая да сильная. Старуха сразу стала орать на малыша, ругая за что-то, да не гнушаясь использовать матерные слова. А потом и вовсе выписала ему смачный подзатыльник. «Да вы что творите, женщина?» – рявкнул Стас, подходя к ней. Люба тем временем подбежала к ребенку, который лишь насупился и даже не плакал, так как привык к такому обращению. «А вам какое дело? Чего лезете, куда не просят?» – заверещала старуха. «Кто такие будете вообще?» Она оглядела Стаса и Любу и тут резко замолкла. Глаза ее сощурились, и она спросила. «А ты, девка, не внучка ли Вальки Ставрыгиной?» «Ась, ну отвечай!» «Да», – испуганно кивнула Люба. «Но бабушка моя умерла 5 лет назад». И тут старуха вновь завопила не своим голосом. «Вот ты мне и попалась, милочка, тварь такая! Забирай своего выродка! А то, глядите-ка, сплавили с бабкой спиногрыза, а теперь приехали и поучают! Да за собой бы следила, кукушка! Родить смогла, а воспитать нет? Так выходит!» Любаша в полном шоке слушала брань, что лилась изо рта старухи. «Да погодите вы», – осадил Стас женщину, – «мы вас не понимаем. Объясните, что происходит». Та и рассказала. Правда, Станислав, услышав всю историю, едва не посидел. Оказалось, что когда он сбежал с матерью, Люба узнала, что ждет ребенка. Только вот рассказать ему не успела, так как парень пропал. В день, когда она пришла поделиться этой новостью, отец Стаса умер. Девушка похоронила его, да не знала, что делать дальше. Бабушка все призывала ее сделать аборт, но Люба не смогла убить своего ребенка. Родила в срок мальчика, но ребенок оказался мертвым. По крайней мере, так врачи сказали Любе. На деле же ее бабушка заплатила кому надо, чтобы язык за зубами держали, а Любу обманули. Валентина считала, что малыша они никак не поднимут, да и свою жизнь внучка загубит. Внучку свою она отправила учиться в другой город, а ребенок тем временем жил у санитарки. Бабка хотела со временем сплавить его в приют. Только вот уладить все вопросы Валентина не успела, попала под машину, да так и померла. Санитарка тем временем ребенка пожалела, решила у себя оставить, но с годами поняла, что это была ошибка. На работе ее сократили, а ребенка надо было кормить и одевать. Воспитывать его было сложно, денег не хватало, да и здоровья подводила. Она с каждым днем все больше злилась на мальчика, считая его обузой. А отдать его она не могла, боялась, что ее привлекут за былое, ведь она взяла деньги и тайно укрывала у себя чужого ребенка. Поверить в ее рассказ было бы сложно, если бы Стас и Люба не взглянули на мальчика по-новому. Он оказался безумно похож на родителей. В тот же день они забрали Павла домой. Он относился ко взрослым с подозрением, но от бабушки уехал охотно. Люба лишь надеялась, что со временем мальчик оттает, и она сможет компенсировать ему любовь за все годы разлуки. Из глаз Любаши все время текли слезы, а сердце ее болело от жалости к этому ребенку. «Наверное, его к нам твой отец привел», – задумчиво сказала Люба, когда мальчик, умытый и в опрятной одежде, спал в их кровати. Стас промолчал, хотя сам он подумал так же. Наверное, отец все-таки смог его простить и подарил самый лучший свадебный подарок. С тех пор прошло 5 лет. В квартире Калининых было шумно, как всегда. Паша дразнил 5-летнюю сестренку, а та бросалась на старшего брата с подушкой под его смех. «Дети, вы еще не собраны?» – спросил Стас, заглядывая в комнату сына и качая головой. «Алиса, не задуши брата, ему сегодня еще контрольную писать». «Пап, ну зачем ты напомнил?» Застонал сын из-под подушки. «Алиса, дави сильней!» «Я тоже хочу в школу ходить», – провозгласила девочка. «С Пашкой!»
«Это ты сейчас так думаешь, молочный поросенок», — фыркнул школьник, выбираясь на свет Божий. Стас, глядя на детей, не заметил, как подошла супруга. Она обняла мужчину за талию, прижимаясь к любимому. Он улыбнулся, целуя супругу в макушку. «Завтрак на столе», — произнесла Люба, с нежностью глядя на непоседливых детишек. Алиса снова заверещала от смеха, потому что Пашка принялся ее щекотать. Смех детей, аромат кофе с кухни, нежная улыбка супруги. Стасу казалось, что это утро было самым прекрасным в его жизни. Но он ошибся. Впереди таких было еще очень и очень много. Благодарю вас за внимание и до новых встреч!